Ребята, всем привет! С вами Полина и игра Vampire Masquerade Bloodlines. В этом видео мы пойдем таскаться по кладбищу. Я, конечно же, не в восторге, потому что я все-таки не гот, я гоп-стайл. Вот, ну, я там по убийству, по отжиманию мобильников и всяких там каких-то штучек в замках. Помните, я читала про отмычку, что она помогает отжимать какие-то штуки в замках, но я не помню, блин, что именно. Вот. Я по распитию пива, по курению сигарет, но я не по тасканию, по кладбищам. Вот. Да, в прошлом видео мы помогли какому-то неудачнику, который был случайно обращен бараном-бароном этого Холливуда, точнее, Голливуда. Значит, в кого он был обращен? То ли в вампира, то ли в кого, наверное, все-таки в вампира. Короче, он полный неудачник. Раньше он был звездой, но потом он решил разбиться на машине. Как его? Айзек, это тот самый барон Голливуда, он решил, что неудачнику ни в коем случае нельзя дать умереть. Ну, собственно, чем и занялся. Не дал ему умереть. В итоге неудачник не был благодарен за это за все. И вообще ему надоела эта вся жизнь вечная. Так, вот, я обожаю разбирать завалы, знаете ли, вот это мое, да. Мне, наверное, в уборщице надо. Или куда, или в грузчике, я даже не знаю. Ну и, короче, мы неудачнику помогли убежать через канализацию. Здорово, правда? Вчерашняя телезвезда таскается по канализациям. Юху, новое реалити-шоу! Так, ну и там нас ждало огромное количество огроменных, большущих канализационных крыс, которые были очень похожи на охотников на вампиров. Вот, и, честно говоря, эти канализационные крысы меня просто, ну, достали. Порядком они мне поднадоели. Так, что это за домик за такой? Знаете, у кого-то домик в деревне, а у кого-то домик на кладбище. Здорово, правда? Наверное, этот кто-то всегда мечтал жить на кладбище. Так, давайте зайдем с этой стороны. Опа. Опа. Нет, дверь. Ну, поговори со мной. Ну, мужик. Чувак, ты приколист. Ты в воздухе только что сидел. Научи, сенсей, научи меня тому же. Так, с чего ты взял, что я зомби? Да я гоп-стайл. И тебе тем же быть советую. Да я тебя не спрашивала, как твое имя. Какой ты смотритель, у тебя здесь дача на кладбище, я все знаю, на кого ты обманываешь? В смысле? See, it's like this. Every night around this time for the past, oh, several months now, the dead have been getting up with this. Блин, мужик, ты сам ничем не лучше зомби всех этих выглядишь. Зомби оставили охотиться на зомби, вот класс. Problem temporarily solved. The Baron's happy. I get to shoot zombies. And guarantee I get my blood for another month. I've carved out a nice niche here. Прости, гарантированную порцию крови на следующий месяц, и барон счастлив? Ну-ка, ты что, гуль барона, что ли? А барон тут и неплохо развернулся, я смотрю, блин, везде свои пальчонки, блин, ручонки засовал. Так. Веселая работа, чувак. Всем бы такую. As far as I know, I'm the only person around Hollywood who considers marksmanship an art. Да ладно, ты что, у всех что ли спрашивал? Вот ты понимаешь, пока ты здесь на кладбище тусуешься, ты вообще не в теме, что там происходит. Там, наверху, за вратами. Like one time these goths snuck in. Ooh, wasn't pretty. Готы! Ну, я же говорила, что они обожают по кладбищам таскаться. В принципе, это уже все знают. Так. А что я за это получу? Мне всегда нужно знать, что я получу за то или иное задание, потому что, ну, правда, мне или деньги гоните, или если ничего, тогда адьос, сами как-нибудь рассчитываю. Точнее, разруливайте свои дела.
Let's see. Да, if давай I посмотрим. Can't shoot straight, I can probably fix that. Угу. And I've got quite the arsenal. I can probably let one piece go. Думаешь, решим, да? We'll work something Хорошо, out. Давай попробуем. Ну и что же мне делать? I'll be back in about five minutes. Сразу так оживился. Меня прикалывает, когда они такие, ну, вроде сутулятся, смотрят из-под лбья, да, типа такие униженные, обиженные и так далее, а потом так, оп, сразу воспрянут духом, все, спинку ровненько, все дела. Так. Ну, в принципе, тут для вот этого парня можно две вещи сделать, и вторую вещь я, наверное, сделаю как-нибудь в следующем прохождении, да, потому что буду играть, скорее всего, за какую-нибудь обольстительницу, вот, а сейчас же я эту вещь, наверное, делать не буду, наверное, я предпочту немножко подстреливать зомби, да, потому что, вот, например, в прошлый раз, когда я что-то слышала только что, какие-то шепотки. Только не говорите мне, что я в молковянку начинаю превращаться. Короче, в прошлый раз, когда я играла за Носферату, у меня почему-то не получилось, ну, до нормального результата довести все эти, что, похождение зомби, нет, наоборот, охоту на зомби. Ну, в общем, они прорвались в Голливуд, там пожрали жителей, до кого дотянулись. Вот, жители тоже странные, знаете, такие, неужели они стояли и ждали, пока их зомби укусят. Ну, в общем, не получилось у меня здание выполнить нормально. Я надеюсь, что в этот раз у меня все получится, потому что если нет, то, ну, я не знаю, что делать. Ведь, ну, до этого, сколько раз я играла в эту игру, у меня почему-то... Я редко вообще заваливала вот именно это задание, связанное с зомби. И... Весь прикол в том, что я, ну, все примерно то же самое обычно и делаю, как я делала это в прохождении за Носферату, но странно, что ничего тогда не вышло. Ладно, давайте попробуем сейчас то же самое сделать. Интересно, получится или нет. Но если не получится, то я еще раз пробовать не стану. Так, ладно, я берусь за это, но тебе лучше вернуться через 5 минут, или же я ухожу. Fantastic. А то. One rule. Nothing gets out. Keep them away from the front and back gates. Here, this might come in handy. Back in five. Стоп! А ты куда? Ремингтон? Окей. Поспеши, а то эта работа ниже моего достоинства. Фи-фи-фи. Это вот у него Ремингтон, что ли? Нормально. А сколько у меня патронов-то есть? Небось, ограниченное количество. Так. Вот он, ящичек. О, ничего себе, у него тут арсенал. Так, у меня есть 5 минут. 5 минут, чтобы не дать зомби повылезать. Точнее, они вылезут и так из своих. Сколько денег у меня, кстати? 4424. Здорово. А вот и Ремингтон. Что это? Стандартная, спортивная, кто охотничья винтовка? Спортивная и охотничья? Что? Один патрон? Да вы что, офигели, что ли? А ну, зомби, быстро появляйтесь. Зомби! Кстати, мужик пошел... О, зомби! Не, ну это не круто. Вот так вечно перезаряжать... Ну, это бред какой-то. Это жутко неудобно будет. Он пошел куда? За пивом? Блин, надо было сказать, чтобы мне парочку захватил банок. И сигарет тоже, чтобы не забыл. Чё, блин, забыла ему сказать, совсем из головы вылетело. У меня сколько патронов? 8, ну блин, это что вообще такое? И по одному патрону. Дамочка, очуметь, я взяла, промазала. Вообще класс. Адиос, амиго. Стоп, там уже покорячили, что ли, эти ворота? А нет, они в порядке. Нормально, я на страже ворот. Ага, лезут. Отлично. Давай, давай. Смотрите, как она похожа на меня. О нет, это же я. Я в прошлом. Вот это да. Эштон? Чего только здесь не увидишь у себя в прошлом и всякое такое. Блин, ну это кайф. Просто взяла, помазала почти впритык. Эти зомби, кстати, нас могут хватать и из нас пытаться что-то то ли съесть, то ли выпить. Черт его знает. Так, а вот это уже серьезно.
вот это уже напрашивается на топор. Вот, холодное оружие здесь куда лучше работает, чем огнестрел. Честное слово. По крайней мере, в моем случае. Блин, застревать тут нехорошо вообще. Если есть возможность, лучше не застревайте. Иначе... О, уже ломится врата. Отойди от ворот, тебе здесь не место. Так, еще лезет. А между тем, те врата-то остались без защиты. Ах вы гады. А ну, давайте сюда идите. Нет, только... Нет. Пусти, ну пусти, пусти. У меня времени в обрез. Ну ты что, не видишь, что ли? Глупая. Глупая, так сильно на меня похожая дамочка. А что если мы были сестрами, например? Ну или что-то в этом роде, только она моя родственница, откуда я знаю? Может, она моя сестра-близнец? Или мама? Вот еще одна похожая... Ты чего с такой на меня похожих-то? А-а-а, тут, наверное, где-то рядом какая-то лаборатория есть по клонированию. И вот они меня клонировали. Но что, чего бы меня такое замечательное совершенство, само совершенство, не клонировать? О нет. Ворота очень сильно страдают. Так, а ну остановитесь, не смейте трогать ворота. Лучше меня трогайте. Так, тут вроде пока особо не предвидится, да, налета зомби? На эти ворота? Пойду-ка я лучше к тем. Тут нужно быть как можно более подвижным. Ладно, раз уж меня все равно отвлекли и заставили выйти в главное меню, то я, пожалуй, сохранюсь. Хотя, если я вдруг завалю это задание, то мне это, скорее всего, особо не поможет. Короче, мне это точно так же не поможет, как не поможет огнестрельное оружие. Вот интересно, а если попробовать сейчас убежать с этого кладбища, что будет, проваленное задание или как? Блин, я промахнулась. Отлично. Да, лезет их тут не слабо, правда? Ах ты, гадкая дамочка. Так сильно похожая на меня. Все, от них остаются только рожки да ножки. И больше ничего. Так. А вот это мне не нравится. Мне всегда зависание не нравится, потому что никогда не знаешь, к чему это может привести. Ну просто, а вдруг они уже ворота, например, уничтожили? Так, а ну отошли, гаденыши, от врат. О, нет, они уже их покоряжили. Черт, у меня еще целая минута, блин. Отойди. О, он улетел вообще за пределы. Да, уж каково будет удивление тех, кто окажется за этими вратами и убьет мертвецов. Интересно, что они подумают. Блин, что-то их все больше и больше. Нет. Черт, на меня хочет напасть. Блин, смотрите, я не успеваю с таким наплывом справляться. Слишком много. А вот эти врата, если сейчас оставить, то это может для них очень плачевно закончиться, для этих ворот. Блин, что такое зависание? Блин, а? Слишком большой наплыв. Я не справляюсь. Даже мой железный... Да черт побери. Даже мой железный топор не помогает. Ну, гляньте, стоят, меня лупят. Вообще класс, молодцы. Давай, дамочка, давай. Вон, туда. Блин, 20 секунд, а я те врата оставила. Без надзора, блин. Вы вообще нормальные зомби или нет? Вот так вот зажмут в углу и все. Потом хоть столько спадай. Блин, ну отсюда сейчас я не могу уйти. Вы посмотрите, сколько их. Если я сейчас отсюда... Фух. В смысле, я справилась с заданием? Да ладно! Серьезно, что ли? Я не провалила? Умирают лишь раз за... Действительно, а маскарад-то нарушила, когда я успела, блин. Зашибись, я не провалила! Уху! Круто! Наконец! Теперь все точно убедятся, что я это задание тоже могу выполнить, и что я не просто балаболка, которая говорила, блин, ну как же так, ну ведь я его уже только раз выполняла, здесь вот не получается, ну почему вообще так происходит в этой жизни, что за несправедливость?
Вот, теперь все узнают. Что я точно могу с этим справиться. Так, восприятие, за что за обыск еще отвечает? Блин. Я много чего хочу прокачать. Но мне на все не хватает очков опыта, ладно. Нет нужды в этом, правда. Ты мне пиво принес? Вы на ворота посмотрите! Ничего себе! Мне кажется, если бы еще секундочек 10, то все. Смотрите, там это... За вратами вот эта вот штучка в кровище вымазана. Очуметь! Во я, блин, выдала что. А жителей это не распугает, что вот врата в таком состоянии, да и кровище там... Блин, я бы, честно говоря, испугалась, наверное. Ну, знаете, мимо кладбища и так не совсем приятно проходить, да? А тут еще такая фигня. Прям чертовщина какая-то самая настоящая. Да ну нафиг. Так. За помощь меня благодаришь? Значит, у меня следующие заказы. 3 банки пива, 1 пачка сигарет и 10 отжатых у простых смертных мобильников, пожалуйста, мне. Вот. А, ну и картофель фри. Угу. Так. Ну, ты уж постарайся. И сразу приуныл. Что я еще могу, когда... Точнее, кроме того, как дать тебе пару коробок патронов. Зачем мне патроны, если я не умею стрелять? Я почти впритык промазываю. Научи меня обращаться с оружием, ну, пожалуйста. Чтобы было проще отжимать мобильники. А, ну ладно. Суперское ночное кино? Порно, что ли? Так. Вот где навыки прокачанные? Это вот это вот, что ли? Стрелковая 6, потому что до этого было стрелковая 5. Тони, зови меня просто Тони. Так, ну... Ну, окей. Молодец, прокачал, спасибо. Ну, вообще, конечно, в этом видео я хотела еще кое-что выполнить. Ну, я думала, что вот я разберусь в зомби. Попонтуюсь перед всеми, покажу, что я тоже крутая, тоже могу это задание выполнить. А потом пойду на... Куда... Там, где хранятся останки девушки, снимавшиеся в сумерках. Вот. Ну и, собственно, держись подальше от солнца, ас. До встречи, ас. Вот, а в моей версии он уже на диване больше не сидел. Нормально такой сидит, развалившись, да, король, блин. А телек твой где? Псе! Видел бы ты мою плазму, как ты вообще на этом собираешься хоть что-то рассмотреть? Да уж, неудачник. Неплохо, как дела на кладбище? Друган. Какой такой молод. Телек, говоришь, паршиво канал ловит? Неудивительно. О, понятно. Звучит скучно. Возможно, что-нибудь еще тебе понадобится. О! Смотрите, как он говорит, вообще рот даже не открывая. Ничего себе дает. А как так получается? Ага, то есть для него здесь можно в этой версии выполнить вот эти вот 2 задания. Ну так давайте я вам покажу тогда, что еще можно сделать. Ну, для тех, кто не знает. Те, кто знает, им, в общем-то, по боку это. Ну, я, пожалуй, приведу тебе кого-нибудь. Really? Да? Know? Угу. Great. Мы же друганы, чувак. Oh, and, FYI, I like my little, you know, stacked. Appreciate it. Угу. Учла. Скоро вернусь. Да, вот это... Тут, конечно, расправа была над зомбями. Никому такого не пожелаю. Вообще, кладбище, конечно, очень неприятное место, а уж особенно, если слышишь все вот эти вот... вот эти вот... Завывание зомби, то это вдвойне неприятно. Так, кассета ужасов. Потрепанная видеокассета, наклейка дешевая и стершаяся. Вы с трудом можете разобрать надпись. Кажется, что-то типа DMP. Похоже, эта кассета переходила из рук в руки и не один раз.
Может, мне туда что-нибудь, не знаю, положить? И пусть мужчины, которые потом придут полюбоваться на останки этой дамочки из сумерек, узреют там, я не знаю, что-нибудь, какой-нибудь мусор, и удивятся, и скажут: «О, кто же это опорочил нашу любимую сумеречную дамочку?» Так. Мэрил. Блин, я уже думала, что это не надгробие, знаете, покосившееся, а зомбарь стоит. Мне скоро, знаете, начнется фобия какая-нибудь, ну или что-то в этом роде, связанное с зомби. Нет, а в самом деле, если бы вот, когда зомби тут лезли, да, изо всех щелей, если бы я ушла в эту дырку, что бы было? Было бы правда заваленное здание или нет? И интересно, да, и узнать я не могу, потому что как-то мне не хочется завалить задание, например. Поэтому да. Блин, ну кто мог подумать, что для него сразу вот это вот можно будет выполнить. Потому что, правда, в моей версии одно из двух, или зомби, или вот эти вот девушки. Да не мне. Да, но не я, это мой друг скучает. Okay, I'll play alone. Так ты мне не веришь? Стрези еще так нахмурилась. Блин, она какая-то страшная, мне кажется, она сатанистка какая-то. Он проводит ночи, заботясь о сиротках. Еще как. And you're trying to corrupt him by buying him a prostitute? How dare you? В смысле? Эй, остынь. Это ты здесь проститют, а не я. I am no such thing. О, профессионал. Приятно иметь дело с профессионалами. Тогда попрошу за мной проследовать. Значит, ты поможешь моему другу, так? Она явно в раздумьях. Да ладно, на самом деле он довольно грубый и мерзкий тип. Ну, соглашайся. Блин. Не сейчас, я вернусь позже. Стоп, а что если еще раз с ней поговорить? Еще раз, мой друг скучает. Он смотритель кладбища. В хорошем смысле? Блин, ну что такое? Не сейчас, я вернусь позже. Ну не вот никак, просто не соглашается. Че делать? А ты не хочешь пойти со мной? Блин, ну надо искать идти другую. Это странно, потому что обычно у меня таких девушек... Ладно, такси. Обычно у меня таких девушек получается с первого раза уговорить пойти со мной. Интересно. Так, ну давайте с ней пообщаемся. Да что вы все так хмуритесь? Друг мой скучает. Смотритель кладбища. В хорошем ли... Очуметь, что мне делать? Убеждение прокачивать? Антиганство. Что это? Соблазнение, убеждение, убеждение, харизма, эрудиция. Ну, эрудиция мне нужна. Давайте прокачаем, может. Куда деваться? Давайте еще раз попробуем. Мой друг скучает. Смотритель кладбища. Уверяю, это совершенно безопасно. А что ты сделаешь, если я тебе сзади ударю по голове чем-нибудь тяжелым? Да, пошли за мной. Давай, прыгай на такси, поедем. Давай, дамочка, ну, не стой перед машиной, собьет же, блин. Может, насмерть даже. А может, инвалидкой навсегда ставить, и больше ты не будешь работать на такой дурацкой профессии. Точнее, работе, ну ты поняла. Она сказала, что вот, допустим, я там маньяк, да, психопат-убийца, она что-нибудь со мной нехорошее сделает, если так и будет, но... Что она скажет на то, если она перед собой увидит двух маньяков-психопатов-убийц? Что тогда она будет делать? Она ни за что с нами не справится, тем более мы же вампиры. Ну, кое-кто не вампир, конечно, ну ладно. А всякая упыри, блин, сильнее, чем обычные люди. И почему ее не смущает то, что мы так странно прошли на это кладбище? Ну, то есть не через ворота, а вот так вот, непонятно как. Но, мужик, привела тебе... Hey, very nice. В смысле? What can I give you for the assist?
Ты мне можешь очки опыта подарить, целых 6, которые я, блин, на тебя потратила. Ну, ладно, я еще и на себя их потратила, потому что мне обучение прокачать надо. Ну, блин, все-таки. Не знаю, обыск прокачивать, не прокачивать. Давайте, наверное, прокачаю, я же так хотела, да? Значит, обыск у меня 6. Ага, ну ладно. Деньги, деньги и мобильники. Это всегда неплохо. И пиво, пожалуйста. Sure, here you go. Что-то маловато. Может, еще добавишь? А? Sure, hey. Would you look at the time? Me and girl here. Что, 25? Ты не офигел? Ты что, вообще что ли на мели? 500, давай мне долларов. Желаю повеселиться. Что-то я эту девушку не вижу. И выкинул меня. Из домика выкинул, прикиньте. Да уж, хороший друган, а мне нечего сказать. Взял, выкинул меня из домика. Вот что вот это вот такое интересное? Тут типа водичка, что ли, раньше была? Красоты ради? Да уж. Ну, в принципе, друзья, все. Я уже выполнила все, что я планировала на сегодня. И для меня, для самой, некоторые вещи тут очень удивительны. И я восстановила свою потрепанную репутацию, как мне кажется. Потому что действительно получается какое-то балабольство. Вроде говорю, что, ну... Я могу там вот это вот задание выполнить, да, связанное с зомби, что как же так, я ведь раньше выполняла, всякое такое. А тут получается, что, ну, будучи Носферату, взяла и не смогла пройти. Это, наверное, просто куром насмех, да, вот это вот все было. Но теперь, по крайней мере, вы все убедились, что я действительно это задание могу выполнить. И могу выполнить вполне успешно. Вот, в общем, этому я рада, сразу говорю. И действительно, моя репутация, юху, восстановлена. Ну, Гопстал в деле, она тоже. Мало того, что завела себе нового друга, так еще и позаботилась о нем. Это вообще просто супер-мега круто. И тут вот еще... Ага, нет, не такая уж удача. Ладно, давайте я на него нападу. Может, убить его? Нет, убивать не буду. Ты постой пока так, только голову не поднимай. Ладно, я пока вот девушкой перекушу. Все. Девчонка такая стоит, думает, что она там со мной сзади делает, никак понять не может. Может, она думает, что я ей массаж шеи делаю. Блин, мужик, ну не фигей, дай пройти, а? Ладно, так пройду. Можешь не двигаться с местом. Все, ребят, я буду с вами прощаться уже. Действительно, хватит, уже наигралась. То сейчас опять место закончится, попрощаться даже не успею. Все, все, спасибо за внимание, друзьяшки. Не забывайте про комментарии, ставьте большие пальцы вверх, ну или же вниз на свое усмотрение. Всем всего доброго. И, друзья, пока!